Знаете ли вы, какие медицинские услуги в Казахстане можно получить бесплатно? Это первичная медико-санитарная помощь. Скрининги, медосмотры на выявление опасных заболеваний. Наблюдение беременных, патронаж детей. Наблюдение хронических больных и социально значимых заболеваний, например, туберкулеза, ВИЧ и так далее. Лечение инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. С 2020 года в Казахстане вводится медицинское страхование. Для всех застрахованных перечень бесплатных услуг расширяется. В пакет ОСМС входят профилактический осмотр взрослых и детей, прием специалистов, 35 профилей, исследование, диагностика, 228 услуг. Лабораторная диагностика, в том числе дорогостоящая, например, на гормоны и онкомаркеры. Стоматология для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей. Плановая госпитализация в стационар. Лечение острых и хронических заболеваний. Плановые амбулаторные хирургические операции. Медицинская реабилитация. Гарантированно бесплатный объем – это помощь при экстренных и неотложных случаях. Пакет социального страхования – медицинская помощь, улучшающая качество жизни и основа для здоровья будущего поколения.